Привет, танкист! Вот Хаб на связи. Черчилль III, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим Crash Game врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Дни премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Market и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на WhatHub. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Ну как там с деньгами? Спасибо. У меня аккаунт тоже на Йоу, но я не могу зайти на 1.2 сервер. Спасибо большое. Да, могу. Как-то так. Как-то так. Поэтому надо Telegram читать, а не ебанутые вопросы задавать. Telegram-то прочитать можно. Я зря на это выжиг, блять, еще одну штуку, ну ладно. Telegram-то прочитать можно, как бы. Можно как бы и постараться почитать. Такое умение. У людей существует умение читать. Попробуй. Прикольная тема. Ну, читать вообще... Ой, блядь, как он остановился охуенно. Читать вообще прикольная тема. Блядь, вот этому надо... Куда ты? Сука ебаная, ты куда? Ой, блядь, что он делает? Ну, как там с деньгами? Бля, у меня написано. Ребят, на чифты нас срочно. Перенесён на ру. Ребят, на чифты нас срочно. Йоу, но после обновления сайта возвращает на то, что аккаунт уже перенесён на ру. Значит, ты был. Значит, ты переносил на ЕУ, а потом возвращал на ру. Правильно? Правильно. Значит, пиши там в ЦПП, еще куда-нибудь. Ну, ты понял, в общем. Ты, в общем-то, понял. Меня, блядь, оу. Мне пиздец, ребят. Ну как там с деньгами? Мне ФВ в жопу едет, блядь. Сука, ебаная нахуй. Она упорится, блядь. Ну, у меня с одной стороны ВЗ, блядь, с другой ФВ. Хули я сделаю. Хули я сделаю, блядь. Никак ничего не сделать, ребят. Угу. Но у меня вариантов не было. Вариантов не было. Она не светится, в упоре стоит. Она в упоре стоит, не светится, блядь. Они... Здоров, Вармакс, уже поздоровались. Ты чё, блядь? Охуевчи шо. Блядь, я пробил. Первая тычка забой и пробитие, представляете? Все пробили, пиздец. Но это, блядь, подкрутка нахуй, не ну иначе. Ну как там с деньгами? Спасибо. Лучшие танковые эскортницы. Подпивные шлюхи, отпизженные разведенки, глотка левши. Выезд по всем точкам. Заказать можно на сайтах. Вот это ты осудительные вещи, конечно, написал. Ты хочешь выехать? Выезжай. Я что, блядь, против, что ли? Давай, выезжай, ёпта. Я нормальный союзник, я не буду тебе мешать, ёпта. Я нормальный здоровый человек, я союзникам не мешаю. Я мешаю союзникам, только если они мешают мне. Если они мне не мешают, я им тоже не мешаю. Все по чесноку. Пиздец. Три выстрела, три попадания, три пробития. Ребят, ну шо, крутят нахуй. Ну, здесь мой фейл объективно. Там пиксель, блядь, торчал. Надо было, наверное, не стрелять. Бля, пиздец нам, что я могу сказать. Нас сейчас очень медленно и очень методично начнут выкашивать, блядь, отсюда. Долбоеб на арте заебал. Перманентный стан. Не, все, 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 пиздец. Это кусок дерьма. Я хочу, чтобы, блядь, человек, который этот танк сделал, страдал. Он должен страдать, потому что это не танк, блядь, это просто гной. Ну как там с деньгами? Спасибо. Илюха, привет, как ты, родной? Сойдет. Спасибо, сойдет. Не, все, это пиздец. Танк нереальный кусок дерьма, чуваки. Просто, блядь, запредельный. Танк просто запредельное уебище. Играть на нем просто больно, нахуй. Просто, блядь, больно. Не, все, пиздец. К сожалению, все. К сожалению, все, ребят. Вот я в начале боя выстрелил 3 раза. 3 раза попал и 3 раза пробил. После этого я ни разу не попал, ни разу не пробил. Ну как там с деньгами? Спасибо. Привет. Блядь, я долбоёб. Сделал сегодня перенос на Йоу. Сижу, жду 6 часов уже. Хуевого стрима. Спасибо, понял, брат. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Не, все, чуваки, это пиздец. Ну как там с деньгами? Здравствуйте. Здорово. Корбен Даллас.
Раз уж вы отказались от нашего сотрудничества... Это просто пиздец. Да, идите нахуй. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Это невозможно. У них две млешки. У них ДПМный ФВ, у них конимба, у них 2.77, у них сотка. У нас Type 5. У нас Type 5 и БЗ-75. Это пиздец. У них, по сути, только один кусок дерьма, но с самой лучшей пушкой среди ТТ-10. Да? По сути. У нас три лютых куска дерьма, у нас еще из 7. У нас нахуй 0 шансов здесь было. Тут Боров 2 бомбанул на своих, да, он искал Димону, раб ББ без мрази, он сказал, вы тупые, какая ББ, начните думать, с кем ББ, блять. Спасибо большое, я не знаю, на кого он бомбанул и с кем он, а с кем он стримит, Дима Левша, чтоб я знал, на кого этот выебываться, ну-ка, Левша. А, он с кем-то в какой-то Project Winter играет. Ну пусть радуются. Блять, мне кажется, что бы я ни сделал в этой игре, они будут гореть от меня. Мне кажется, даже когда меня не станет, они будут от меня гореть. Понимаете, блять? Да, удачи в битве блогеров им теперь. Теперь, чтобы провести битву блогеров на Рубай, нужно либо вырастить нового лучшего блогера, типа меня, я могу только удачи пожелать, либо пнуть под жопу Левшу. По-другому битву блогеров им не провести. Вот. Ну, либо выставить Левшу в соло против троих. Хе-хе, удачи. Удачи с проведением, так сказать. Желаю удачи это все забалансить. Всего хорошего. Вот у Левши есть плюс, он, конечно, в отличие от остальных ёбнутых, он может свой негатив камуфлировать, по сути, и оставаться хоть отчасти, но объективным, понимаете, блядь? Вот, в этом его плюс, конечно, без сомнения. Я просто как самый объективный человек тоже вижу, в принципе, частичку объективности. Я не могу назвать Левшу объективным, но частично объективным могу. Вот. Ну что, еще один бой нахуй на 3 дамага. Счет 1-9. Два боя подряд. Клянусь, два боя подряд. Это же пиздец просто. Блять, можно эту мразоту ебаную японскую добить? Чтоб она мозги не ебала. Нельзя. Придется самому. Да, нехороший боечек, блять. Хотя, с другой стороны, когда у нас в этой игре боечки, блять, были хорошими, казалось бы. Когда у нас боёчки были хорошими, блять, это невозможно, это пиздец. Вот, честно. Блять, у меня 0 урона, нахуй, в конце концов, пиздец. Ну я, правда, нихуя не делаю, с другой стороны, но я и не хочу ничего делать. Там Е4 стоит на ёбаном этом имба-мосту, ну, как будет нет? Ебать меня в лоб башни, блять, каждой тычкой по 700, блять, и хихикать. А я на этой хуйне даже не сведусь на него, блять, будем стоять, нахуй. Вот, ну, как после боя отвечу всем. Ребят, я сейчас стою, я выцеливаю пустоту, мне похуй, все, я сказал. Вот, видели? Не зря стоял. 740, нахуй, имба. Блять, ну шо? Чё у нас Е4 нихуя не делает? Блять, я бы принял от 705-го и уебал бы 705-му. Я не принял от 705-го, но уебал 705-му, прикиньте. Это потому, что я гайд от Анатольевича смотрел. И нагиб попёр. Бля, Анатольевича не надо хуесосить. Мы с Анатольевичем не ссорились никогда. Но Анатолич тоже как бы в группе киберспортсменов, поэтому, блядь, сами понимаете. Сами понимаете, придется переобуваться тогда. Блядь, 2.79 ей. 2.79 это говно, но у нас пробитие 10 мм. Поэтому, блядь, сами понимаете. Сами понимаете, сами понимаете. Надо подловить вот эту мразюклу на 2.77. Смотрите, сейчас мы его подловим грамотно. Нет, не подловим. Нет, подловим. Нет, не подловим. Пытаемся подловить. Опа! Пожалуйста, блядь, это скилл. Это скилл. Причем я специально стреляю в танки с определенным количеством хп, чтобы дамаг еще красивый был. То есть я играю... это, блять, у какого-то киберспортсмена-дурачка было написано на канале «Играй красиво». Вот, «Играй красиво». И я тоже, видите, я красиво играю. Ну. Я даже Е4 специально не пробил, чтобы красивый дамаг не портить. Потому что, ну, я за красивую игру. Я за красивую игру, ребят, нам пиздец. Куда эту шмоньку ебаную пробивать? С нашим, блядь, говнопробитием. Ну, не повезло, не повезло. 3-10 счет. 5 боев, 1 победа. Или 6 боев, 1 победа. Дай бог здоровья. О, правильно. Нахуй эти баки, они нам не нужны. Не, бой охуенный.
Бой просто, блядь, топовый. Бой просто, блядь, топовый, отвечаю. Блядь, СТ2, давай тех ты танкуй. У меня тех хп меньше, чем у тебя, заебал. Блядь, там Фокс. Блядь, там Фокс. Блядь, чуваки, там Фокс. Ну-ка, вперед. Повезло, повезло. Но я уже с вертухи стрелял, потому что все уже. Повезло, повезло. Ломается, блядь, еще кто-то едет. Ха-ха! Где снаряд? Где снаряд, сука? Не, вы видели? Вы, блядь, где снаряд? А он исчез, нахуй. Он нахуй исчез. Он просто нахуй исчез. А поляк, пиздец, 853, блядь, 890. Блядь, они как стоят? Они друг друга затолкали куда-то, прикиньте, блядь. Так, нам вот этот покемон нужен. Пиздец, сука, ёбаный, блядь. Это такой пиздец, нахуй. Почему все так летит, блядь, на этом куске дерьма ёбаном пидорском, блядь. Блядь, какой это говнотанк, блядь, просто пиздец. Это просто пиздец, какое же это дерьмо ёбаное, сука, пидорское, блядь. Меня вот, меня просто носи... Давай, нахуй. Пожалуйста, пусть альфа придет. Скажите мне, что я не зря его затаранил, блядь. Нет, зря, 573, нет, зря. Меня просто, нахуй, изнасилует восьмерка сейчас, блядь. Что у меня ебаный чумазоид, бля, не танк. Просто, бля, чумазоид. Бля, не может... А, не, похую ебет, блядь. Это нереальное дерьмо. 160 миллиметров, блядь. 160 миллиметров, нахуй. Но ему будет хватать УВН? Блядь, да. Ему будет хватать УВН. Охуеть. Яга, нужен твой кумулятив, блядь. И побыстрее, бля. Яга, нужен твой кумулятив, блядь, пожалуйста. Пиздани, будь добр. Куда-нибудь, блядь. О, яга, яга, блядь. Иди ты нахуй, яга ебаная. Яга, пиздани, блядь, куда-нибудь, ну, уже нахуй. Хз, почему это никто не заметил? Я не могу в это играть. Блядь. Ну, это невозможно, у него в люках, блядь, 10 миллиметров, нахуй. Яга, блядь, пожалуйста, нахуй. Тычку, блядь, дай, долбоёб, нахуй, ёбаный. Я не пробью его. Вот так пробью. Не, это, блядь, пиздец. Я хочу ему, блядь, сука. Это выродок, блядь, это просто выродок. Ёбаный, блядь, это просто выродок. Бля, это просто выродок. Господи, блядь, какое это ничтожество. Блядь, какое же это ничтожество. 160 миллиметров лоб башни у ТТ-10. Пиздец, ебут все на вылет с любой дистанции. Блядь, какое же это дерьмо ебаное. Здорово. Блядь, а где снаряды? Я не понимаю, блядь, хоть убей. Вот я ему стреляю второй раз в лючок, блядь. Снаряд летит в лючок и исчезает по пути. Что это за хуйня, блядь? Блядь, этот танк, это... Минус 3% отметки. Я тут еще остался, знаете, как такой титан. Типа в соло затащу, пацаны. Помогать не надо. Ну, получается, один гриль в захвате. Ну, вот я сейчас выкачусь, блядь, и СТ вы... Ну, это классика. Это знать надо. Это классика, это знать надо, блядь. Стою, нихуя не происходит, блядь. Только жму нахуй W, блядь, выскакивает танк. Ну, это классика, это знать. Значит, сорта в очко ебанет. Еще пиздю, если повезет, дам, блядь, все. А. Ну, вот почему он не загорелся? Почему он, блядь, не загорелся? Объясните мне, блядь. О, блядь, танканул очком, нахуй, на имбе. Пиздец, сейчас победим, нахуй. Все, блядь, сейчас еще и тебя танканем, всех танканем. Убегаем, нахуй. Блядь, какой бред происходит, я хуею, блядь. Не, все, уже не танканю. Не, ну все, это уже было бы наглостью. Понимаете, если бы мы, блядь, сейчас еще раз танканули, но это уже наглостью было бы, вам не кажется, да? Бизончик у них такой, на приколе, блядь, пацан. Бля, это очень быстрая турбина. Это очень-очень быстрая турбина, блядь. Мне это не нравится, блядь.
БК, блядь, первой тычкой. Урод ебаный, блядь. Мне не нравится, ебаный кусок дебила, блядь, стоит здесь, дефит, блядь, просто конченый, блядь, понимаете? Да, блядь, два выстрела, два раза, БК, да хуесос ты, ебаный, блядь. Ну, ебаный рот, блядь, ну как в эту хуйню играть можно, блядь? Ну, блядь, боже мой, нахуй. Три выстрела, три крита, блядь, это просто пиздец. Я не могу. Ну вот, вот понимаете? Вот, ну как даже после этого можно мои слова за правду не воспринимать? Стоит дебил на тяжелом танке, блядь. На базе АФКшной. После этого просыпается, блядь, разворачивается, едет на зелень. После этого разворачивается и встает на базе во дворик. Вот, база на базе во дворик. Первая тычка. Боеукладка. Вторая тычка. Боеукладка. Третья тычка. Подпал с первого выстрела. Подпал с первого выстрела. Ну не крутят им, ну не крутят. Ну это совпадение, блядь. Это 100, блядь, процентов. Зеленый долбоеб. Я склонялся все-таки к 47% долбоебу. Блядь, ну это невозможно, нахуй. Ну это просто невозможно, блядь. Слабый танк. У него пушка пуста. Это пиздец, нет слов. Ёбаный кретин дал танку 600 миллиметров в башне и УВН 12 градусов, блять. У ёбища 0 миллиметров в башне 8 градусов. Да у него не должно быть УВН, блять, потому что у него брони дохуя, дебилы, блять. У него уже есть плюс, это броня. На этот плюс должен быть минус, блять. Отсутствие УВН, чтобы его только в некоторых позициях мог становиться от башни. А у этого дерьма нету нахуй брони. Вот у него должны быть УВН, блядь. Чтобы он хотя бы вставал, блядь, комфортно, нахуй. Ну хули, я дам В7, блядь, на меня вкатит. А как я дам В7, ебаный рот, он сейчас будет стоять от этого, блядь. От башни. Ну подставься, сука, ёбаный потрох сученый, блядь, понятно. Да твою мать нахуй! Хуети, где они, блядь? Блин, сука, это просто пиздец, блять, это нахуй просто дурка, блять, ёбаная. Блять, какой же это кусок дерьма, нахуй. Блять, это просто ёбаный пиздец. Они нахуй на приколе, что ли, не пойму, блять. Если сейчас, блять, ИСМ вот так объедет, я нахуй не удивлюсь. Честно, я нахуй даже не удивлюсь, если он сейчас снизу, блять, объедет. А он должен был умирать. Но у нас, блять, с полным сведением снаряд мимо улетел. Все, до свидания. Это пиздец, блять, просто. Это прикольно. Это на приколе, блять, просто. Это просто нахуй на приколе, блять. Это невозможно. Понятно. Можно было, блять, не ехать. Ну да. Блять. Вот это, сука, нахуй танк, бля. В землю приложить в упор, это хорошо, конечно, да. Это хорошо. Ну, здесь вопросов нет. Я кинул в НЛД, он заехал на холм, прилетел в ЛД. Тут окей, вот тут вопросов нет. По сути-то полетело, куда я и целился, да, просто. Ну, не свезло немножко. Охуеть, бля, вот это пиздец. Вот это самое жесткое в землю за всю историю в землю не у меня, в принципе.
так в землю ни у кого не падал снаряд, клянусь, блядь. Так. Ну как там с деньгами? Как же хочется сделать. Как же хочется, блядь, обоссать все ебало этим дригальщиком, блядь. Назад откатывается и резко вперед все. Зато ББ-ху зарядили. Как скилловички, чтобы прострелить. Вот, все. Все, блядь, пиздец. Все, блядь, пиздец. Вот так вот и живем. Пиздец, что я могу сказать. Ну, он даже заряется раньше, чем мы, блядь. На доли секунд. Не, повезло, повезло. Нахуй толку люки, блядь, по 160 миллиметров, блядь. Похую вообще. В люки, в корпус, блядь, везде, нахуй. Везде. Это кусок дерьма. Я не могу на нем играть, блядь. Это просто пиздец. Ни ДПМа, ни хуя. Ну просто он мертвый. Это очень хуёвая и посредственная по характеристикам восьмерка на уровне льва. Вот что-то около того, которую кто-то, блядь, поставил на 10 уровень. Это даже не девятка, блядь. Я могу сходу просто назвать, блядь, три девятки, которые лучше, чем он. Конь, ВЗ-111 к 4, блядь. Ну и пусть это будет... А, ладно, в мире ТТ. 257. 257 это лютый кусок дерьма. Лютейший. Просто уёбище среди уёбищ. 257 лучше, чем этот танк. Вот сходу, три девятки, блядь, которые лучше, чем он. По поводу восьмерок, Т-32 лучше, чем он, Шкода лучше, чем он, даже, сука, Каен Экшен Икс лучше, чем он, блядь. Это пиздец. Ой, блядь. Это уёбище нужно просто переплавить нахуй и всё, и забыть о нем, блядь. Это блядь, просто... Ой, блядь. Ой, какой же это, блядь, кусок ёбаного дерьма, блядь, жесть. Идеальный угол. Идеальный угол. Просто... Блядь, какой же это дерьмо, ёба... С подпалом, блядь, дай. Хочется растоптать этот танк, уничтожить его, насрать ему в лючок, быстренько там помешать толкушкой, раскатать, пожарить и обоссать, после этого уебать, обоссать, потом обкакать нахуй, обделать, описать и нахуй просто завернуть в кулек, выкинуть нахуй на помойку этот танк. Единственное, блядь, желание, которое возникает нахуй. Мы обязательно попадем. Да, я не пробил его в палку. Да, я не пробил его в палку, да. Ну и сведение нахуй. Да. Блять, какой же там был угол прекрасный. Все равно броня нахуй. Просто нахуй броня. Я не знаю, как его убить. Пойду на риск, хуй с ним. Блять, лучше бы Т-103, блять, ебанул бы по башке нахуй. Не, нихуя он меня ебанет. Я сейчас либо арта нахуй ёбнут, либо он. Попади! Хуй, блядь, я еще и засветился, пиздец. Я в лоб выйду на него. Ну как? Я не успею, меня стандарт догонит сейчас. Да. Я не успею, меня догонит стандарт, блядь. Блядь, ну здесь грунты такие, что просто ёбнуться можно, блядь. Он вообще не едет нихуя. Блять, странно, а ждал он меня все равно отсюда, хотя я показывал, что я как будто бы вот так вот еду. Блять, что за дебил ебаный тыкает, чмошник нахуй, конченый, блять. Ну это невозможно тащить, хп нихуя нет. Это хватит.
Блять, они все шотные, но... Ну, я, понятное дело, фугас ни в коем случае грузить не буду, я ж не сын шлюхи. А если я встану на захват, я не вывезу. Они меня вдвоем разведут. Хуйса, блядь, залуп на воротник, блядь. Эх, блять, еще по один и Колобанов даст. О, бля, Колобанов нахуй-то. Ну вот, смотрите, либо я попадаю, и это победа, либо он меня убивает. Я не попадаю, но я и не свелся, ладно. Все, в пизду, пусть едет ко мне. Будем дурака валять здесь. Но у него все шансы меня въебать в люк, спокойно. Просто на спокухе в лючок, и все. И мне пиздец. Нихуя, что он исполняет, блядь. Может, просто нахуй втараниться в него, и все, блядь, типа, была не была. И вот, блядь, если я буду танковать бортом, он меня спокойно убивает. Если он будет танковать бортом, блядь, я его нихуя не убиваю. У него ВН 9, а у меня 8. И пиздец. Сейчас еще раз ошибется, я просто выйду на реакции, ему ебану ВЛД. Просто тупо на реакции, повезет, не повезет. Ну, одновременно, считайте, выстрелили, но... Мини-колобок подобирал шотных. Нереальный пот, чтобы выйти по отметке в ноль. Кайф. Итоги стрима. Они на самом деле не такие уж и плохие, как могли бы быть. Во-первых, сейчас, я думаю, мы будем чередовать. Просто, чтобы у меня кукуха не поехала. Не обязательно день тот, день тот, день тот, день тот. Нет, ну, может так. Два дня один, день другой, такого плана. А это я о чем? Я буду брать три отметки. Ой, блядь, прости господи. На этом куске дерьма. Но это, блядь, просто пиздец. Последняя десятка на три отметки. Ну, вот новую ввели, и вот, ну, вы поняли. Вот. И Т-44-100, так сказать, приобрел на аккаунт, да, сука? Вот, что касается китайского, сука, ведра, блядь, с говном нахуй. Начинали стрим, было 88,9, кажется. Или 88,7, нахуй, не помню, что-то в этом районе. Вот, первый бой заебись, сделали 89 с небольшим, все, дальше пошло угнетение. Слили нахуй до 86, но... невероятными усилиями вернули 88 хотя бы. Хотя бы 88. Покатали сегодня, нахуй, я просто даже, вот, блядь, комментировать этот пиздец не хочу. Невообразимое дерьмо. Вот он... Блядь, я не знаю, нахуй. Это сверхублюдок.